Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Ольга Корчемкина. И сегодня мы записываем уникальное эксклюзивное видео. Вы знаете, что наш бизнес сетевой очень простой. Все, что нужно сделать, это нужно найти человека, у которого есть такие результаты, которые вас вдохновляют, у которого уже на данный момент есть эти результаты, узнать, что он для этого сделал, и просто начать его дублировать. Именно поэтому сегодня я возьму интервью у своего наставника, который пригласил меня в бизнес компании Wavy. Благодаря ему у меня есть те результаты, которые есть на сегодняшний день. И я задам ему пару вопросов, которые, я думаю, также вам будут интересны. Это Алексей Сукачев. Привет, Алексей. Привет, Оля. Поделись, пожалуйста, почему ты выбрал именно сетевой бизнес? Именно сетевой бизнес. Еще несколько лет назад я занимался тем, что работал в торговом гипермаркете строительных материалов. И моя зарплата где-то была около $300 в месяц. Работал по 12 часов. Но у меня, как, наверное, у большинства людей были мечты. Я мечтал, как и многие нормальные люди. Банально было. Купить квартиру, купить машину. И когда я посчитал, что сколько я смогу откладывать и сколько мне нужно будет времени, чтобы накопить на свою первую машину, на первую квартиру, получилось там десятки лет. Я понял, что меня это не устраивает, мне нужно что-то менять. И знаете, у многих людей, у большинства людей нет ни перспектив, ни возможности менять свою жизнь, кроме сетевого бизнеса. Это я уже потом понял. Но, слава Богу, что меня привел Бог в эту индустрию. В первый же месяц я заработал свои там несколько сот долларов. Это было примерно доходу моей зарплаты. И дальше все пошло-поехало, и вот сейчас мы находимся в Африке, и теперь мы уже путешествуем в разных странах, в разных городах со своей командой. Ну вот, наверное, банальные цели, мечты. Спасибо большое. Кстати, вот по поводу целей. Поделись, пожалуйста, какие у тебя цели именно в сетевом бизнесе? Это просто квартира, машина или что? Сначала были банальные цели, да, потом меня начали учить каким-то школам, там, по целям, потом я начал учить этим школам и понял, что это одно из самых основополагающих. Желание, цели – это то, на чем строится, наверное, сетевой маркетинг, сетевой бизнес. И мои цели сейчас, вот они уже выходят, есть материальные цели, их много, да, то есть речь идет о сотнях тысяч долларов в месяц дохода в сетевом бизнесе. Пока вот такие цифры, да. Насчет команды, моя цель — это 10 тысяч финансово независимых свободных партнеров в моей команде. То есть вот меня очень сильно вдохновляет, когда в моей команде огромное количество людей путешествуют, наслаждаются жизнью, ездят по странам, городам, живут, покупают какие-то себе, ходят на тренинги и так далее. Вот когда в моей команде будет 10 тысяч финансово свободных человек, я смогу немножко отдохнуть. Соответственно, цель этого бизнеса – помоги другому преуспеть. Вот суть этого бизнеса – помоги другому преуспеть. Я помогаю, я от этого кайфую, это моя, наверное, предназначение, моя миссия. Подмотивирую их немножко, вот, это еще одна моя мини-миссия. Вот такие цели. А все материальные мои, их прописано, их более 100, их много, да. Супер, спасибо большое, Алексей. Вот как раз то, о чем я вначале сказала. Если вы видите себя в целях, если вы видите, что то, что есть у вашего наставника, если это вам интересно, то, соответственно, именно поэтому, да, и стоит выбрать этого человека себе в наставники. И так как мы с тобой, Алексей, работаем в команде, команда Вивальянс, подскажи, пожалуйста, что может получить человек, придя в нашу команду? Что может получить человек, придя в нашу команду? Ну, когда я заходил в наш бизнес, я определил 7 или 8 критериев, почему я должен быть здесь. И сейчас они полностью, команда Вивальянс, вобрала эти критерии. Ну, если взять о самой компании, да, то это надежная долгосрочная компания, это лучше одно из таких надежных профессиональных руководств компании, это правильный маркетинг, и самое главное, он высокодоходный. То есть, если проанализировать все компании, то, наверное, нету сейчас на рынке компаний, которые дают больше выплаты, если говорить о надежных, стабильных компаниях. Это можно получить у нас. Конкретно в нашей команде, да, присутствует четкая пошаговая система поддержки, обучения, мотивации, это очень важно. То есть, второе, это дружный, молодой, энергичный и, главное, эффективный коллектив, ворвавшись в которых любой новичок сможет преуспеть. Но самое интересное, здесь в этой команде могут преуспевать и люди, у которых есть уже опыт, у которых есть структуры сотни, может даже тысячи человек. Они дополнят вот это все, вот эту команду, и сделают ее наверняка лучше, намного приятней, намного профессиональней. Поэтому
здесь комфортно и новичку, для него есть пошаговая система, и профессионалам, потому что у нас есть также для профессионалов много предложений, от которых они не смогут отказаться. Супер, спасибо огромное, Алексей. Друзья, вы только что услышали эксклюзивную информацию от Алексея Сукачева. Это человек, который в короткое время вышел на классные доходы в бизнесе компании iWowie. И сейчас мы вместе развиваем наш шикарный бизнес в команде VIP Alliance и будем рады видеть вас в этой команде. Но еще не переключайтесь, потому что у нас сейчас будет не менее интересная вторая часть видео. Классно выглядишь. Итак, друзья, как я и обещала, мы переходим ко второй части нашего видео, которая будет еще более насыщенная и интересная. Сейчас я хочу задать несколько вопросов моему наставнику в бизнесе Максиму Литвинову, с которым у нас уже хорошие отношения, дружеские, а также он является моим бизнес-наставником. Привет, Максим. Привет, Оля. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно сетевой бизнес? Простой вопрос, мне он всегда нравится, и у меня на него хороший ответ, он мне тоже нравится. Тысячи, сотни тысяч людей живут в маленьких городах. Сотни тысяч людей не имеют возможности инвестировать капитал для того, чтобы построить себе бизнес. Еще есть другие причины, почему люди не могут стать успешными. Из этих сотен тысяч людей, наверняка многие сейчас смотрят это видео. Это видео относится к тем людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят добиться успеха. Представьте себе, вы живете в маленьком городе, население 30 тысяч, 40 или 50 тысяч человек. У вас нет денег, у вас нет возможностей, вы не можете устроиться на высокооплачиваемую работу по простой причине, потому что ее нет. Какие у вас варианты? Что вы можете сделать для того, чтобы стать успешным? Сетевой бизнес – это выход из этого положения. Сетевой бизнес позволяет добиться любых результатов, позволяет выйти на любые неограниченные доходы, имея что? Имея лишь желание и имея инвестицию в пару сотен долларов для старта. Самое удивительное, что уже с первого месяца эти пару сотен долларов может в 1000% увеличиться. И с первого же месяца начинается прибыль. Более того, вы получаете обучение, вы получаете правильное общение, и вы очень быстро стартуете на большие успехи. То есть вы можете получать зарплату с этих пару сотен долларов, которая у вас постоянно растет, постоянно увеличивается каждый месяц. Это является уникальная фишка сетевого маркетинга. Почему? Потому что других возможностей для большого бизнеса за короткие сроки просто не существует. Спасибо большое, Максим. Мне очень близко то, что ты только что сказал, потому что я сама родом из города, в котором 30-40 тысяч населения, и я 100% знаю, что вот именно так оно и есть, как ты только что рассказал, и другой возможности также для себя я не знаю, чтобы выйти на такие доходы. Кстати, Максим, 100% практик зарабатывания денег, потому что за несколько месяцев активной работы он вышел на доходы несколько тысяч долларов в месяц, и сейчас, насколько я знаю, эти доходы растут. Подскажи, пожалуйста, какие сейчас у тебя цели в бизнесе? Цели в бизнесе меня вдохновляют больше всего. Мы как раз вчера прорабатывали с Алексеем, который перед этим выступал, мы прорабатывали цели, какие цели, что нас вдохновляет, что делать в бизнесе, как развиваться. У нас сходные цели, они сходные у всех, кто находится в сетевом маркетинге. Почему? Потому что мое страстное желание – это показать, помочь огромному количеству людей эту дорожку, по которой нужно выйти на сумасшедшие доходы, благодаря которой с маленького города Глухов или с другого города, где люди живут, я, допустим, с города Глухова, за несколько месяцев выйти на международный уровень, за несколько месяцев построить себе бизнес во многих странах и получать пассивный доход тысячи и тысячи долларов ежемесячно. Это потрясающе. То есть моя цель – это максимально большому количеству людей, которые сами ищут возможность успеха, показать, что нужно делать, и привести этих людей к результату, для того, чтобы они стали полностью свободными людьми, как финансово, так и в перемещениях. То есть это самая основная цель. Супер, спасибо большое. И еще такой вопрос. Для людей, которые еще не являются партнерами, которые еще, возможно, не работают в сетевом бизнесе с компанией iWowie, скажи, пожалуйста, на что они могут рассчитывать, придя в бизнес iWowie? Бизнес iWowie, придя, человек может рассчитывать на то же, что рассчитывал я, на то же, что рассчитывала ты, когда входила в компанию. Максимальная поддержка, максимальные возможности. Если мы говорим про компанию iWowie, то это максимальные выплаты, которые есть на сегодняшний день. И опять же, если говорить про результаты, ну покажите мне, где вы за первые полгода, за год можете заработать 50 тысяч долларов, инвестируя при этом фактически лишь свое желание, лишь свои действия.
В нашем бизнесе есть четкая система, которая помогает обучаться, помогает человеку провести его по самым трудным этапам и быстро начать зарабатывать деньги, быстро идти к успеху. И, в принципе, хорошая дружная команда, которая постоянно путешествует, которая постоянно придумывает что-то, какие-то новые фишки для того, чтобы больше узнавать, больше видеть, обучаться, быть более эффективным и максимально, опять же, большему количеству людей помогать становиться эффективными и успешными. Огромное спасибо, Максим. Друзья, я уверена, что эта информация для вас была полезна. Она была очень полезна для меня и уверена, что также и для вас. Только что вы увидели истории реальных людей, Максима, Алексея, которые, придя в бизнес, так же, как и я, так же, как и вы, абсолютно простыми людьми, они были обычными рабочими. За несколько месяцев активной работы вышли на доходы в несколько тысяч долларов. На сегодняшний день наши организации насчитывают сотни тысяч активных людей, которые также выходят на классные результаты, действуя по простым тем же самым шагам. Поэтому я вам рекомендую разобраться с предложением. Если это получилось у нас, получится и у вас, было бы желание, было бы действительно жгучее желание. С вами была Ольга Корчемкина, Максим Литвинов и Алексей Сукачев.